Hello everyone and welcome to Russian Vocabulary in Use. Today's lesson is about the playground. Don't forget to answer all the questions out loud. So noisy. Here we go. Это детская площадка. Это детская комната? Нет, это детская площадка. Эта детская площадка находится в Москве. Эта детская площадка в Мексике? Нет, эта детская площадка находится в Москве, в парке Фили. Это горка. Горка синяя. Эта горка красная? Нет, это горка синяя. На горке катаются дети. Это тоже горка. Рома катается с горки. Весело? Весело. Понятно. Каждая горка рассказывает о разных странах. Здесь Чехия, здесь Америка, США, Хорватия, это Россия, Москва. Еще Москва. А вон там, кстати, оп, внутри Россия. А здесь Турция и Франция в песочнице. Это песочница. Был дождь, поэтому песочница грязная. Песочница сейчас чистая? Нет, песочница грязная, к сожалению. Внутри песочницы песок. Здесь камни? Нет, здесь песок. Внутри этой песочницы песок. А это называется качели. Рома качается на качелях. Давай я тебя покачаю. Я сам могу. Папа меня научил. Молодец. Что делает Рома? Рома качается на качелях. На чем качается Рома? На качелях. Рома качается на качелях, а малыш бегает. Это карусель. Дети катаются на карусели. Это Рома. А это малыш. Осторожно. Это качели? Нет, это карусель. Есть еще карусель для детей на колясках. Сюда можно заехать и кататься. И есть качели для детей с ограниченными возможностями. Сейчас покажу. Здесь специальный пандус. И можно будет качаться. А это площадка для малышей, для маленьких детей.
Это площадка для взрослых? Нет, это площадка для детей. Здесь все маленькое. Здесь все большое? Нет, здесь все маленькое. Маленькая горка, маленькие качели. Все для малышей. Что такое? Что случилось? Голова закружила мне голову. Голова закружилась. Понятно. А это скамейка. Это стул? Нет, это скамейка. Дети играют, а взрослые сидят на скамейке. Взрослые сидят на кресле? Нет, взрослые сидят на скамейке. So that was it for today. I hope you enjoyed the lesson. And if you did, please join my full Russian vocabulary booster course. I will put the link in the description box of this video. And if you like Russian playgrounds, let me know in the comments. I'll be happy to discuss them. Thank you very much for watching. I hope to see you next time. Bye-bye.